Привет всем из Бугульмы. И вот уже Бугульма. Как ни странно, тепло. Тепло, да. И светло. Мы обычно тут в темноте и в холодине. Да, холодно, и дождь идет. Привет! Привет, братуха! Все еще стоишь. Он все в раздумье, куда ехать. Да, то ли туда, то ли сюда. А может, туда и обратно. Пока-пока. А сейчас пойдем, что, за пирожками? Треугольники. Пойдем за треугольниками. Зыпечка Бугульма. Наш поезд в Бугульме. И мы пошли искать пирожки треугольные. Начали открываться сегодня в пробную. Все по 50. Давайте треугольники две штучки тогда. Такие поджаристые. Которые выбирать? Ну вот эти два давайте. Ну вот, Вова урвал треугольнички. Попробуем на ночь. Для похудения. Для похудения, да. Ладно, всем пока-пока. Да. Вот бугульминские треугольнички. Фирменные. Эчпочмак. Эчпочмак с мясом, с картошкой. Все, всем пока-пока. И увидимся уже в Перми. Нет, еще чипца у нас будет. Чипца, да, точно. Там перепечи. Для похудения. Похудения. Да, ну перепечи-то более понятно. Давай, ну ладно. Пока-пока-пока. Давай-давай. Че, лобим, че? У вас берем еще? А нет, здесь берем. Ну да, и не надо. Ну так, мудро тоже ехать. Лежите, пожалуйста, появятся какие-то вопросы, подходите. Да, если так, просто приходите, когда там нужно будет уже. Пока-пока, Швейк. Мы вернемся.